Тысяча горячих сердец согрели смену своими эмоциями и энтузиазмом. Лидеры и активисты волонтерских движений со всей России, победители районных, региональных и федеральных конкурсов стали участниками Всероссийского съезда «Доброволец России». В смене я уже третий раз. Это мой самый-самый-самый любимый вообще лагерь. Я приехала сюда именно принципиально на смену «Доброволец России» для того, чтобы получить опыт, получить новые знания и потом применить в своем регионе. Добровольцев будут готовить по разным направлениям. Социальная адаптация, инклюзивное волонтерство, добровольчество в чрезвычайных ситуациях, экологическое, спортивное и самое разное. Я, во-первых, сам человек с инвалидностью. Во-вторых, меня всегда интересовала возможность помогать другим. Моя организация – это первый в стране инклюзивный клуб добровольцев. Место, где ребята с совершенно разными, в том числе и очень тяжелыми формами инвалидности, могут работать, могут действовать наравне с ребятами без инвалидности. Стартовала и профильная смена «Наследники Великой Победы». Запланированы патриотические акции, в разработке которых принимали участие и сами старшеклассники. Долгожданный гость открытия – мисс мира 2014 Юлия Ионина, мама троих детей. Я приехала в первую очередь, конечно, пообщаться с молодым поколением, которое наше будущее, да, непосредственно. Я им хочу рассказать про свой благотворительный фонд, про то, как важно помогать, да, своим ближним, потому что мы все на самом деле все равны и все можем оказаться в трудной ситуации в любую секунду. Эти три недели для школьников и студентов будут жаркими, несмотря ни на какие погодные условия. Запланировано более 30 масштабных акций, встреч, лекций и других событий.